Имейте в виду, что Иисус существовал. Видите ли, профессор, принужденно улыбнувшись, отозвался Берлиоз. Мы уважаем ваши большие знания, но сами по этому поводу придерживаемся другой точки зрения. А не надо никаких точек зрения, ответил странный профессор. Просто он существовал, и больше ничего. Но требуется же какое-то доказательство, начал Берлиоз. И доказательств никаких не требуется, ответил профессор и заговорил негромко, причем его акцент почему-то пропал. Все просто. В белом плаще. В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром 14 числа весеннего месяца Нисана, вкрытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого, вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат. Более всего на свете прокуратор ненавидел запах розового масла, и все теперь предвещало нехороший день, так как запах этот начал преследовать прокуратора с рассвета. Прокуратору казалось, что розовый запах источают кипарисы и пальмы в саду, что к запаху кожи и конвоя примешивается проклятая розовая струя. От флигелей в тылу дворца, где расположилась пришедшая с прокуратором в Иершалаим первая когорта 12-го молниеносного легиона, заносила дымком в колоннаду через верхнюю площадку сада, и к горьковатому дыму, свидетельствовавшему о том, что кашевары в кентуриях начали готовить обед, примешивался все тот же жирный розовый дух. «О боги, боги! За что вы наказываете меня?» «Да, нет сомнений. Это она. Опять она. Непобедимая, ужасная болезнь гемикрония, при которой болит полголовы. От нее нет средств. Нет никакого спасения. Попробуй не двигать головой». На мозаичном полу фонтана уже было приготовлено кресло, и прокуратор, не глядя ни на кого, сел в него и протянул в сторону руку. Секретарь почтительно положил в эту руку кусок пергамента. Не удержавшись от болезненной гримасы, прокуратор искоса бегло проглядел написанное, вернул пергамент секретарю и с трудом проговорил: «Подследственный из Галилеи. К тетрарху дело посылали?» «Да, прокуратор», — ответил секретарь. «Что же он?» «Он отказался дать заключение по делу, и смертный приговор Синедриона направил на ваше утверждение», — объяснил секретарь. Прокуратор дернул щекой и сказал тихо: «Приведите обвиняемого». И сейчас же с площадки сада под колонны на балкон двое легионеров ввели и поставили перед креслом прокуратора человека лет 27. Этот человек был одет в старенький и разорванный голубой хитон. Голова его была прикрыта белой повязкой с ремешком вокруг лба, а руки связаны за спиной. Под левым глазом у человека был большой синяк, в углу рта ссадина с запекшейся кровью. Приведенный с тревожным любопытством глядел на прокуратора. Тот помолчал, потом тихо спросил по-арамейски: «Так это ты подговаривал народ разрушить Иершалаимский храм?» Прокуратор при этом сидел как каменный, и только губы его шевелились чуть-чуть при произнесении слов. Прокуратор был как каменный, потому что боялся качнуть пылающей адской болью головой. Человек со связанными руками несколько подался вперед и начал говорить: «Добрый человек, поверь мне». Но прокуратор, по-прежнему не шевелясь и ничуть не повышая голоса, тут же перебил его: «Это меня ты называешь добрым человеком? Ты ошибаешься. В Иершалаиме все шепчут про меня, что я свирепое чудовище. И это совершенно верно». И также монотонно добавил: «Кентуриона крысобоя ко мне».
Всем показалось, что на балконе потемнело, когда кентурион, командующий особой кентурией, Марк, прозванный Крысобоем, предстал перед прокуратором. Крысобой был на голову выше самого высокого из солдат легиона и настолько широк в плечах, что совершенно заслонил еще невысокое солнце. Прокуратор обратился к кентуриону по латыни. «Преступник называет меня добрый человек. Выведите его отсюда на минуту и объясните ему, как надо говорить со мной. Не калечить». И все, кроме неподвижного прокуратора, проводили взглядом Марка Крысобоя, который махнул рукой арестованному, показывая, что тот должен следовать за ним. Крысобоя вообще все провожали взглядами, где бы он ни появлялся, из-за его роста. А те, кто видел его впервые, из-за того еще, что лицо кентуриона было изуродовано. Нос его некогда был разбит ударом германской палицы. Простучали тяжелые сапоги Марка по мозаике, связанный шел за ним бесшумно. Полное молчание наступило в колоннаде. И слышно было, как ворковали голуби на площадке сада у балкона. Да еще вода пела замысловатую и приятную песню в фонтане. Прокуратору захотелось подняться, подставить висок под струю и так замереть. Но он знал, что и это не поможет. Выведя арестованного из-под колонн в сад, Крысобой вынул из рук легионера, стоящего у подножия бронзовой статуи, бич и, не сильно размахнувшись, ударил арестованного по плечам. Движение кентуриона было небрежно и легко, но связанный мгновенно рухнул на землю, как будто ему подрубили ноги, захлебнулся воздухом. Краска сбежала с его лица, и глаза обессмыслились. Марк одной левой рукой легко, как пустой мешок, вздернул на воздух упавшего, поставил его на ноги и заговорил гнусаво, плохо выговаривая арамейские слова. «Римского прокуратора называть Гимон. Других слов не говорить. Смирно стоять. Ты понял меня? Или ударить тебя?» Арестованный пошатнулся, но совладал с собою. Краска вернулась. Он перевел дыхание и ответил хрипло. «Я понял. Не бей меня». Через минуту он снова стоял перед прокуратором. Прозвучал тусклый больной голос. «Имя. Мое?» Торопливо отозвался арестованный, всем существом выражая готовность отвечать толково, не вызывая более гнева. Прокуратор сказал негромко: «Мое мне известно. Не притворяйся более глупым, чем ты есть. Твое. Ишуа», — поспешно ответил арестант. «Прозвище есть. Оно Цри. Откуда ты родом?» «Из города Гамалы», — ответил арестант, головой показывая, что там, где-то далеко, направо от него, на севере, есть город Гамала. «Кто ты по крови?» «Я точно не знаю», — живо ответил арестованный. «Я не помню моих родителей. Мне говорили, что мой отец был сириец». «Где ты живешь постоянно?» «У меня нет постоянного жилища», — застенчиво ответил арестант. «Я путешествую из города в город». Это можно выразить короче, одним словом. «Бродяга», — сказал прокуратор и спросил, — «родные есть?» «Нет никого. Я один в мире». «Знаешь ли грамоту?» «Да». «Знаешь ли какой-либо язык, кроме арамейского?» «Знаю. Греческий». Спухшее веко приподнялось, подернутый дымкой страдания глаз уставился на арестованного. Другой глаз оставался закрытым. Пилат заговорил по-гречески. «Так ты собирался разрушить здание храма и призывал к этому народ?» Тут арестованный опять оживился, глаза его перестали выражать испуг, и он заговорил по-гречески. Тут ужас мелькнул в глазах арестованного от того, что он едва не оговорился. «Я, Гимон, никогда в жизни не собирался разрушать здание храма, и никого не подговаривал на это бессмысленное действие». Удивление выразилось на лице секретаря, сгорбившегося над низеньким столом и записывающего показания. Он поднял голову и тотчас же опять склонил ее к пергаменту.
Множество разных людей стекается в этот город к празднику. Бывают среди них маги, астрологи, предсказатели и убийцы, заговорил монотонно прокуратор. А попадаются и лгуны. Ты, например, лгун. Записано ясно. Подговаривал разрушить храм. Так свидетельствуют люди. Эти добрые люди, заговорил арестант, и торопливо прибавив игемон, продолжал. Ничему не научились и все перепутали, что я говорил. Я вообще начинаю опасаться, что путаница эта будет продолжаться очень долгое время. И все из-за того, что он неверно записывает за мной. Наступило молчание. Теперь уже оба больных глаза тяжело глядели на арестанта. Повторяю тебе, но в последний раз. Перестань притворяться сумасшедшим, разбойник, произнес Пилат мягко и монотонно. За тобою записано немного, но записано достаточно, чтобы тебя повесить. Нет, Егемон, весь напрягаясь в желании убедить, заговорил арестованный. Ходит один с козлиным пергаментом и непрерывно пишет. Но однажды я заглянул в этот пергамент и ужаснулся. Решительно ничего из того, что там написано, я не говорил. Я его умолял, сожги ты ради бога свой пергамент. Но он вырвал его у меня из рук и убежал. Кто такой? Брезгливо спросил Пилат и тронул висок рукой. Левий Матвей, охотно объяснил арестант. Он был сборщиком податей, и я с ним встретился впервые на дороге в Вифагии, там, где углом выходит фиговый сад, и разговорился с ним. Первоначально он отнесся ко мне неприязненно и даже оскорблял меня, то есть думал, что оскорбляет, называя меня собакой. Тут арестант усмехнулся. Я лично не вижу ничего дурного в этом звере, чтобы обижаться на это слово. Секретарь перестал записывать и из-под тишка бросил удивленный взгляд, но не на арестованного, а на прокуратора. Однако, послушав меня, он стал смягчаться, продолжал Иешуа, наконец бросил деньги на дорогу и сказал, что пойдет со мной путешествовать. Пилат усмехнулся одной щекой, оскалив желтые зубы, и промолвил, повернувшись всем туловищем к секретарю. «О, город Иерусалим! Чего только не услышишь в нем. Сборщик податей, вы слышите?» Бросил деньги на дорогу. Не зная, как ответить на это, секретарь счел нужным повторить улыбку Пилата. «Он сказал, что деньги ему отныне стали ненавистны», объяснил Иешуа странные действия Левия Матвея и добавил. «И с тех пор он стал моим спутником». Все еще скалясь, прокуратор поглядел на арестованного, затем на солнце, неуклонно поднимавшееся вверх над конными статуями гипподрома, лежащего далеко внизу направо, и вдруг в какой-то тошной муке подумал о том, что проще всего было бы изгнать с балкона этого странного разбойника, произнеся только два слова, повесить его. Изгнать и конвой, уйти из колоннады внутрь дворца, велеть затемнить комнату, повалиться в ложе, потребовать холодной воды, жалобным голосом позвать собаку Банга, пожаловаться ей на гемикронию. И мысль об яде вдруг соблазнительно мелькнула в больной голове прокуратора. Он смотрел мутными глазами на арестованного и некоторое время молчал, мучительно вспоминая, зачем на утреннем безжалостном Иерусалимском санцепёке стоит перед ним арестант с обезображенным побоями лицом и какие еще никому не нужные вопросы ему придется задавать. «Левий Матвей?» — хриплым голосом спросил больной и закрыл глаза. «Да, Левий Матвей!» — донесся до него высокий, мучающий его голос. «А вот что ты все-таки говорил про храм в толпе на базаре?» Голос отвечавшего, казалось, колол Пилату в висок, был неотразимо мучителен, и этот голос говорил: «Я, Егемон, говорил о том, что рухнет храм старой веры и создастся новый храм истины. Сказал так, чтобы было понятнее. Зачем же ты, бродяга, на базаре смущал народ, рассказывая про истину, о которой ты не имеешь представления? Что такое истина?» И тут прокуратор подумал,
О, боги мои! Я спрашиваю его о чем-то ненужном на суде. Мою мне служат не больше. И опять померещилась ему чаша с темною жидкостью. Яду мне, яду! И вновь он услышал голос. Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова. И болит так сильно, что ты малодушно помышляешь о смерти. Ты не только не в силах говорить со мной, но тебе трудно даже глядеть на меня. И я сейчас невольно являюсь твоим палачом, что меня огорчает. Ты не можешь даже и думать о чем-нибудь, и мечтаешь только о том, чтобы пришла твоя собака, единственное, по-видимому, существо, к которому ты привязан. Но мучения твои сейчас кончатся. Голова пройдет. Секретарь вытаращил глаза на арестанта и не дописал слова. Пилат поднял мученические глаза на арестанта и увидел, что солнце уже довольно высоко стоит над гипподромом, что луч пробрался в колоннаду и подползает к стоптанным сандалиям Иешуа, что тот сторонится от солнца. Тут прокуратор поднялся с кресла, сжал голову руками, и на желтоватом его бритом лице выразился ужас. Но он тотчас же подавил его своей волею и вновь опустился в кресло. Арестант же тем временем продолжал свою речь, но секретарь более ничего не записывал, а только, вытянув шею, как гусь, старался не проронить ни одного слова. «Ну вот, все и кончилось»,